I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man I think that's all I am I'm not your friend or anything, damn You think that you're the man I think that's all I am Stop What the hell are you talking about? What? Get my pretty name Adi, on, out of your mouth We are not the sunset. Автор из Ленирам читает Кэтвилд. Чон Хасок. Какой же он солнышко! Студентка в розовом ходе смущенно ловит улыбку, проходящую мимо преподавателя по хореографии, и утыкается носом в плечо у подруги. — Ты попробуй этому солнышку зачет сдай! — ворчливо отодвигается от ее щекита. Здесь один из тех факультетов, что не грохочет звуками, как бешеная горная речка. Здесь первые дни учебного года плывут мирно и полноводно, как река Хан. В этом девичьем царстве такие преподаватели, как Чон Хасок, чувствуют себя вполне вольготно и по-царски. Они сразу же обрастают фанатками, их встречают по утрам на крылечке с шоколадками и милыми сувенирчиками. Их занятия не прогуливают. Чон Хасок – существо стремительное и летящее, пронизывающее толпу улыбками – и искрящаяся позитивом. Он аккумулирует всеобщую любовь, преобразует ее в тепло и солнечный свет и раздаривает всем сразу. И никому в отдельности. Такое вот солнышко. Расписание семинаров конференции на информационном стенде. Возвещает диспетчер кафедры, и Чон Хасок улыбается. Потому что это его нихуя не касается. Он рассчитывает смыться сегодня домой пораньше, и уже всей душой там, за порогом вуза, где остатки лета дисперсно пропитывают воздух ароматами отцветающего уюта. Там ждет собственное жилье, пусть пока съемное, но впервые съемное самостоятельно. Там ждут друзья, такие же молодые, но уже дипломированные, как он сам, еще не отягощенные семьями и не осчастливленные детьми. И поэтому Чон Хасок переполнен надеждами. Его новая жизнь будет классной, полногродно счастливой и немного даже грешно полноценной. И обязательно солнечной. И он ныряет в жаркую улицу с головой, закинув на спик журнал «Деканат». И первая мысль, которая ударяется о его макушку вместе с жуткой жарой, та, что в его новом жилье нет ни вентилятора, ни кондиционера. И он наверняка умрет от жары, если что-нибудь не предпримет. Но с финансами сплошные романсы. Со всех карт собраны последние крохи на оплату жилья, а манящая кредитка пока девственно не тронута, ибо сыкотно Мама и его добрая заботливая Мамуля много раз предупреждала хушеньку, отпуская во взрослую жизнь, никогда не брать деньги взаймы, а тем более под проценты. Лучше попроси у меня. Всегда заканчивала она свои душесчипательные беседы одинаково. Воспользоваться кредиткой это именно значило взять деньги в долг под проценты. Поправ все материнские увещевания. И поэтому покупка кондиционера откладывается на определенный срок. Принимается решение как-нибудь уж добыть сентябрь в поту и них. Впрочем, Хасок солнышко, он переживет. На парковке людно, потно и страдальчески непрохладно. И Хасок изо всех сил старается сделать вид, что страдает чуть меньше остальных. Кажется, здесь есть еще один человек, которому жара по барабану. Судя по его отсутствующему виду и черной длиннорукавной одежде, в которой он закутан. Но впечатление становится обманчивым, как только этот человек начинает тихо оседать в обмороке. Хасок реагирует моментально. Подхватывает парня под локти. Люди беспокойно шумят, брызгают в лицо водой из бутылок. И Хасок вроде тоже должен что-то сделать. Похлестать по лицу ладонями или как там, приводит чувства. Но заносит руку и останавливается. Залипает на этом белом фарфоровом лице и длинных, трепещущих тенями на щеках и ресницах. Просто смотрит и все. — потому что никогда такой красоты он еще в жизни не видел. Останавливается какая-то машина, хлопают черные дверцы, что-то бубни, выскочивший водитель, кто-то тащит парня за ноги. А Хасок физически не способен его отпустить, потому что не хочется, чтобы эта ускользающая красота ускользала. Водитель оказывается не просто водителем, а персональным. Парни грузят скрипящей кожей салон и увозят. А Хасок остается стоять на тротуаре, жует собственную губу и выталкивает в каком-то эмоциональном оргазме впечатление от встречи. Кожу плеч до сих пор печет от лютого холода, которым пахнуло из салона. А в глазах не тает оптограмма трепещущих на щеках теней от ресниц. Второй раз Хасок видит это белое фарфоровое лицо следующим вечером. Вернее, даже ночью, когда притаскивается вслед за лучшими друзьями в один широко известный в узких кругах ночной клуб. И если бы кто-то из его студенток встретил в этом клубе препода-хореографа, то на следующее же утро факультет краснел бы от логичного объяснения того, почему ни одна, даже самая смазливая студентка до сих пор не возымела успеха в заигрываниях с чонхосоком но встретить здесь студентку нереально. Поскольку в клуб ходят только мужчины, и ходят только с мужчинами. В этом клубе когда-то давно настигла Хасока его вторая жизнь. Настигла бесцеремонно и доходчиво втолковала, что и крепкое мужское плечо его может пленить, да посильнее женских декольте. И не объяснила, кстати, что с этим теперь делать и как с этим теперь жить. С тех пор Хасок больше не живет а плывет по течению, решая проблемы по мере их наступления. Иногда просто флиртует, иногда откровенно срывается на страсть, реже втрескивается по самой ключице в что-то очередное крепкое плечо. И ему интересно. И так отныне и воспринимает новую действительность. Интересно, а чё бы и да... Его друг Джин относится к таким вещам еще более холоднокровно. Флиртует с короткими юбчонками, а потом после легких потискиваний загружается в тот самый клуб, чтобы, как он говорит, догнаться. Догоняется он с разной степенью эротичности, правда, но иногда прямо почти всерьез. В этот вечер в клубе события. Как по хасоку, так не особо интересно. Но все вокруг возбужденно перепихиваются локтями ожидая какого-то крутого диджея, который то самое событие и есть. Хасок разглядывает диджея, пока не нащупывает взглядом под широким козырьком его кепки то самое фарфоровое лицо. Скачущая на одной ножке толпа притирает его к самой кромке подиума, и хасок тает, потому что жарко. Не потому что такого чистого и ровного цвета кожи какой-то у пацана за вертушками — он в жизни своей еще не видел. Диджей пропадает неожиданно. Примерно так же, как и появляется. И Хасоку становится. Очень важно узнать, как минимум, его имя. Но лучше, если номер телефона, адрес и планы на ближайшие пару ночей. Джин ржет. Приносит еще пиво и втолковывает Хасоку. Что он не один такой умный тут. И диджей этот вообще-то звезда. Просто начинал свое диджейство здесь когда-то. И вот теперь в виде шефской помощи иногда делает хозяевам залы. Услуги Гугла берут на себя ответственность за хасоков недосып и жуткую злость. Всю ночь провести в интернетах в поисках следов диджея Шуги. Такой сталкерской прыти Хасок сам от себя не ожидал. Но все, что удалось найти, это пара треков для скачивания в свободном доступе и афишу того самого клуба, надменно заявляющую, что только у нас и что диджей Шуга любезно согласился повторить. Хасок злится в течение всех велотекущих пар, зыркает в сторону девушек в обтягивающих шортах и заваливает третий прогон из-за острой нехватки кофеина в организме. За такие штуки, между прочим, увольняют. Поэтому приходится писать объяснительную. Почему преподаватель вместо того, чтобы отрабатывать махи ногами, махнул на занятия и беспечно отрубился в подсобке? Вечер пятницы начинается по традиции свиски. виски. И вот Хасок уже вышагивает по узкому коридору клубного закулисья, намереваясь выловить диджея и предъявить ему за все свои мучения. Диджей вылавливается в туалете. И Хасок даже хмыкает от атмосферности обстановки. «Меня зовут Хасок», — заявляет он с места в карьер, прислонившись к мозаичной стене, когда Шога, косясь в его сторону, моет руки после отыгранного сета. «Это я тебя на парковке из обморока поймал». Шога складывает вымытые ладони вертикально перед грудью, шепеляет что-то типа благодарности, и уже собирается смыться. Но хасок грозен настолько, насколько позволяет выпитые виски. То есть несоразмеримой ситуации. Познакомишься со мной, утверждает он, поджимая губы. Шуга смотрит из-под Может, мне с тобой и переспать? Уточняет ехидно. Хасок тушуется, весь как-то подбирается, переступает с ноги на ногу и неожиданно сам для себя выпаливает. Это только по предъявлению Айди. Шугу смехается. Комкает в руке намокшую салфетку, припечатывает этот малоэстетичный комок к нагрудному хасочему карману, не бросив через плечо. Это тебе медаль за оригинальность подката. Выходит из туалета. Своими соображениями на тему того, насколько охуевший Шуга типа и насколько несправедлива вселенная. Наградившую эту подозрительную личность лучшей в мире внешностью, Косок сильно заебывает Джина на протяжении двух следующих недель. Джин традиционно ржет, притаскивает откуда-то своего нового друга Намджуна и после ржет по второму кругу, но уже вместе с Намджуном. Понравился сильно, уточняет виноватой улыбкой Намджун, кивая в сторону клочка афишки с именем Шуги который Хасок назло всем врагам содрал с клубной двери. Хасок возмущается, фырчит, как лисица, но потом кивает и признает. Пиздец как. Нам Джун смотрит на Джина полным глагольной грамматики взглядом. В нем сразу терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть, а еще хотеть целовать и по возможности трахать. Ну, уже без всякой грамматики. Джин предлагает ему чай и пирожные со взбитыми сливками. А Хасок читает в его взгляде длинный ассоциативный ряд на взбитые сливки и успешно сваливает из этого гнезда разврата и похоти. И очень вовремя, кстати. Когда в следующий раз Джин озвучивает намерение посетить клуб с неофициальным визитом, Хасок облачается свой лучший лук. Черную из тонкого трикотажа рубашку в облипочку и белые джинсы. И у Шоги Шансов и так-то сразу не было, а теперь-то уж точно. Уверенный в собственной неотразимости, Хасок закидывается первой порцией виски, клятвенно обещая бармену, что она далеко не последняя. Пьяный Хасок вопросов не задает, действует по обстоятельствам. И об этом хорошо было бы сначала предупредить Шугу, а то как-то совсем непонятно. Почему это пьяное тело? вваливается следом за ним в салон черного тонированного автомобиля и оглашает приговор. Я еду к тебе домой. Познакомь меня с родителями. Вопрос схуяли, даже озвучивать не надо. Он и так капслоком во взгляде шофер читается. Но Шуга все-таки озвучивает. Настоятельно за шиворот предлагаешь Хасоку покинуть автомобиль. Его лицо при этом близко-близко и черты прорисованы настолько четко и совершенно, что Хасок поспешно смаргивает от смущения, что рядом с ним не живой человек, а очень хорошо сделанная дорогая кукла. А потом тянется пальцами к щеке диджея, легонько гладит светлую кожу и начинает плакать на взрыд. Шуга осторожно уточняет. Есть ли помимо белой горячки иные причины такого неадекватного поведения? а в ответ слышит лишь скрушенное. Как жаль, что я не художник, и я бы тебя нарисовал. Шуга живет с бабушкой. И бабушка, кажется, впервые в жизни жалеет об этом соседстве, когда внук приволакивается своей полуночной работы, несуразное пьяное тело и укладывает его на диван в гостиной. Она предлагает позвонить в полицию, но внук смеется и заверяет что данный конкретный рецидивист пока что не опасен. Рецидивист разлепляет пьяные веки, ловит отблески с Шугиной улыбки, бормочет что-то типа «Оно еще и смеется, как бог» и окончательно вырубается. Понять, какой сейчас год и далеко ли до рассвета, Хасоку удается не сразу, поскольку в комнате полумрак, а через тяжелые темные шторы на окнах не пробивается ни луча действительности. «Где я?» — сипит он. «А что? А оригинальные вопросы закончились?» — ехидничает хриплый голос откуда-то с кресла. У Хасока явные провалы в памяти и не вовремя накатившее смущение на фоне окончания действия алкоголя на мозг. Он спешно чертыхается по комнате в поиске найти выход. Но путь в цивилизацию ему преграждает бабушка — которая, как мило, предлагает чаю с печеньками. Сушняк во рту голосует против печенек и против чая, но за двумя руками за стакан холодной минералочки. Шуга указывает ему на дверь молча, смотрит, прищурившись, и не провожает. Зато теперь Хасок знает, где Шуга живет. А в ближайшие несколько дней Детально разглядывает и дворики по соседству, когда дежурит, как часовой у Шугиного дома, фонючи на темные окна. А — Почему вы никогда не открываете шторы? — задает он традиционно неожиданный вопрос, когда в сентябрьской теме не рассматривает, наконец, силу от диджея. Шуга на глупые вопросы предпочитает не отвечать, а уж на Хасокова тем более. Он молча усаживается в машину, кивает водителю и красиво делает ручкой приоткрытое тонированное окно. Из Хасока шпион так себе. Он предпочитает действовать по вдохновению. Поэтому, когда Шуга возвращается, груженный пакетами из супермаркета, небольшая стихийно организованная толпа соседской молодежи на скамейке у Шугиного дома бурно делится с Хасоком своими соображениями относительно того, почему в доме Шуги никогда не раздергиваются шторы. К приезду хозяина у митингующих уже подготовлен проект резолюции по этому поводу. А возглавляющий инициативную группу Хасок преграждает диджею дорогу к собственному крыльцу. — Ну, гости не пригласишь? — угрожает он вопросом. — Кто ходит в гости после полуночи? — Кивай, заинтересованно на часы Шуга. — Кто ездит за покупками по ночам? — рикошетит вопросом Хасок. «Тебе домой не пора?» — поддерживает препирательство диджей. Хасок хватает один из пакетов и первым шагает в дом, с благодарностью кивая притихшему у скамейки собранию. Шога вздыхает и шагает следом. Бабушка начинает привыкать к ночным посетителям. Проворно разбирает пакеты, а Шуга немного грубо толкает Хасока по коридору в дальнюю комнату. «Не припомню, чтобы я просил компанию прислать мне личного сталкера», — шипит он, пихая Хасока к стене. У Хасока руки опускаются безвольно. Он затылком бьется о а стену глухо, ресницы опускает и думает, что шугиное лицо, как светлая и теплая луна, белая, гладкая, слегка дрожащая и сияющая в темени. И он влипает губами в Шугины губы и как будто пьет из него стон вперемешку с дыханием. Шук сжимает его плечи через сминающуюся футболку, тяжело дышит и отстраняется. Уходи. Хрипло буркает он, не глядя Хасоку в глаза. И никогда больше сюда не приходи. Увижу тебя еще раз возле моего дома. Вызову полицию. И есть в ее взгляде что-то такое, что заставляет Хасок, не размышляя, вывалиться из комнаты. И несись по коридору к выходу, сбивая какую-то плетенную херовину на ходу. Бабушка кричит из кухни ему вслед, но хасок не слышит. Он на негнущихся ногах преодолевает улицы и кварталы, и кажется, начинает мыслить, только переступив порог своего жилища. Настоящее имя, юнги, хлопает блокнотом по столу джин. Примерно через месяц хасоковых сухих глаз и разбитых скулящих вечеров. За это время он и солнышко превратился в пустую оболочку, из которой разбитое сердце сцедило в эмоциональную пустоту всю кровь и все жизненные силы. Родители умерли в молодом возрасте, живет с бабушкой, работает ради развлечений и только по ночам. Чем днем занимается, неизвестно. Скорее всего, задротит в приставку. «Это все?» — уточняет осторожно Тэхён, поглаживая бледную руку Хасука в надежде увидеть под отросшей челкой какие-то проблески надежды. «Не все!» — огрызается Джин и выуживает из кармана телефон. «Вот!» — побеседовал с его бывшим соседом. Не включает запись диктофона. У «Его родители и болезнь какая-то редкая была!» — вещает из динамика смутно детский «Голос!» Не помню, как называлось, но им нельзя было на солнце выходить вообще. Как вампирам. Знаешь кино? В динамике шипит в хмыканье, сопровождаемое нам джуновым откашливанием. С такой болезнью долго не живут. Вот, бабушка Юнги тогда, кажется, немного умом тронулась. Ну, трагедия такая, сам понимаешь. И заперла Юнги в доме. Он выходил во дворе и поиграть только вечером, после заката. Не то, чтобы он тоже болезнью этим болел. Она просто боялась, что вдруг и у него тоже. Она наследственная, говорят. Но она и перестраховалась. — Сколько лет этому соседу? — уточняет Ехидна Тэхён. — Он хоть совершеннолетний? — Он однокурсник твой вообще-то, — отвечает Джин под затыльником, — под взъерошенному тихеновому затылку. Чимин с параллели, невысокий такой. — но я знаю Чимина, — кивает, немного оттаивая хосок. — Погоди, тут еще есть. Машет рукой джин и снова включает запись. Мы когда учились, Юнги уроки не посещал, продолжает виртуальный Чимин. Только зачеты и экзамены сдавал и всегда вечером приходил, как солнце сядет. Он один раз пришел днем, Весь черным рукава длинная, кепка, маска на лице. Это когда мы финальные экзамены сдавали. Пришел, сдался на высшие баллы, а потом вышел на улицу и грохнулся в обморок. Суета такая была. Врачи, медсестра сказали от духоты. Слишком тепло одет такую жару. Тепловой удар схлопотал или что-то такое. Хасок напрягается, чуть ближе к телефону придвигается, замирает. Ну, а когда старшие школы закончили, он вообще пропал. Продолжает песклявый голос из динамика. Я у него дома был пару раз. Приносил какие-то задания, что ли. Так у них дома темно, шторы всегда задернуты, поэтому он бледный такой, как кукла. Даже не знаю, что еще рассказать. Запись щелкает и обрывается. А Хасок еще долго сидит, уставившись, потухший экран телефона. Горло сдавливает бесполезное чувство, очень болезненное, название которому он пока и придумать не может. Гремучая смесь сожаления, ревности и беспомощности от того, что когда-то, когда Юнги, им-то какое Юнги, вот так же грохнулся в обморок, его касались чьи-то другие руки, и чьи-то другие глаза мазали по его идеальному лицу, восхищаясь, наверняка восхищаясь его тонкими белыми чертами. Джин склоняет голову к плечу, вглядывается в хосочье лицо, ждет. Потом спохватывается. «Есть еще кое-что!» И что-то там в телефоне еще включает. «А, забыл! Когда у нас был выпускной, мы еще всем курсом юнги уговаривали пойти с нами в поход с ночевкой. Решили на природе отпраздновать. Он отнекивался, мол, бабушка не отпустит. Бабушку оставлять так надолго нельзя. Но мы его уговорили все-таки. Договорились, что с Данхеком зайдем за ним, чтобы с рюкзаком помочь. Ну и когда пришли, слышим, а там скандал до потолка. Бабушка что-то истерит, стучит чем-то, плачет даже, что ли. Юнги к нам вышел, рюкзак вытянул, злющий такой. Говорит, мол, все равно пойду. И потом что, какая грохнется в доме. Мы заскочили, а бабушка обезумела совсем. На окна кидается, что раздирает, а потом стекла в окнах бить начала. Я даже испугался, реально сумасшедшая. Мы ее попытались успокоить, а у нее взгляд стеклянный кричит. Соседи скорую вызвали, приехали врачи. Кол ей какой-то сделали. Юнги, конечно, никуда не пошел. Рассказывали, что бабушка его хотели в психушку упрятать после того случая. Но Юнги не дал. Взял опеку над ней после совершеннолетия. У него ведь никого, кроме нее. С тех пор так и живут. Молчанием в комнате можно на развес торговать. Оно тяжелым брикетом повисает над замолкшим телефоном. Хасок пытается вдохнуть, но поперек груди колом встает тяжелый тупой страх в перемешку с беспокойством. Я пойду, поднимается он и направляется к выходу. Если ты идешь к нему, то я бы на твоем месте пошел через душ, останавливает его с усмешкой Джин. А то тебя самого сейчас за закрытыми шторами прятать надо. От общественности. У дома Юнги хасок немного тушуется. Он-то, конечно, тушуется весь путь до его дома. Мысли роятся, душат тонут в сомнениях. И Хасок их выковыривает из этого липкого плена по одной, расправляет и со всех сторон обдумывает. Мир Диджея Шуги и мир Юнги кажутся двумя совершенно разными мирами. И Хасок не то что не представляет, как они могут существовать вместе, но не уверен, что ему хочется, чтобы они даже пересекались. К Шуге его тянет. Шуга его удоражит мурашками, а Юнги Хасок не уверен, хочет ли он знакомиться с ним вообще. Хасоку тяжело признаться самому себе, что он банально боится всего того, что идет бонусом к этому знакомству. Боится. Дом встречает за шторенными окнами и тяжелой тишиной. Хасок присаживается на многострадальную скамейку и впервые в жизни не решается сделать хоть что-то, неважно что. В какао падает сообщение от Техиона который, конечно, погуглил и теперь считает себя практически единственным в городе специалистом по порфирии. И щедро консультирует Хасоку на тему того, от чего юнги стоит оберегать. Солнечный свет, алкоголь, сильные волнения, эмоции, вирусы, да еще много, много чего. Того, от чего в реальной жизни уберечься практически невозможно – от чего придется беречь эту зашторенную жизнь всегда, чтобы в нее не просочился ни один вирус, а особенно вирус света, солнечной жизни, которую ведет сам Хасок. Хасок читает внимательно, затем перечитывает, снова бросает взгляд на зашторенные окна, а потом, подчиняясь какому-то суетливому порыву, просто встает и уходит прочь. Если бы он обернулся, то заметил бы, как нервно дрогнула в одном из окон плотная темная занавеска. В клубе душно, и Хасок сам не знает, зачем опять приперся туда. И нет, он не надеялся, что здесь снова будет играть свои сеты диджей Шуга. Не надеялся настолько, что если даже и случится такое совпадение — не этот человек в обличье фарфоровой куклы вновь появится в лучах прожекторов. Хасок намеревается развернуться и просто уйти. Подальше от своих мыслей, переживаний и жгучих солнечных чувств. Возможно, он боится. Боится сам сгореть от них или, отказавшись от них, сгореть в полной темноте. Вот в чем вопрос. Но когда Шуга все-таки появляется, Хасок прирастает к полу и лупится изо всех сил игнорируя раскачивающиеся подбиты толпу. Стоит столбом и сжимает кулаки в карманах. — Тебе взять пиво, хобби? — верещит Тэхён, теребя его за рука. У него длительный рецидивирующий психологический бадун, шутит в своем стиле джин и тычет пальцем в хосокого круги под глазами. Сука, в каждой по очереди, методично. Конечно, взять. Но нам Джина рука, кажется, приклеена уже к Джинову бедру. Неделю как? Он вообще реальность не отображает. Лыбится своими ямочками нащечными и глазами близоруками блестит. Хасоку противно. Он переводит взгляд на Шугу, снова залипает, а потом все-таки разворачивается к выходу. Его вот тормозят на выходе знакомые, рассчитывающие на традиционно придурочного и ржущего Хасока, а потом долго недоумевают почему в итоге смурное и скучное нечто с глазами. Полными то ли слез, то ли лихорадки. Тормошат, спрашивают, что да как, а потом все-таки отступают. Хасок выплевывает на темную улицу, и то ли в клубе немного стихает музыка, то ли звукопропускная способность стен клуба лучше, чем можно себе представить. Но Хасок даже ежится от той контрастной тишины, в которой оказывается. Темно, тихо и глухо. Такая, наверное, у юнги жизни есть. Ко входу мягко тормозит знакомый черный тонированный автомобиль. Хасок замирает. Понимая, зачем и за кем он приехал, и останавливается на бордюре. Водитель выходит из машины и лениво протирает лобовое стекло. Кидает взгляд на Хасока, узнает его и легко улыбается. Водитель молодой, поджарый, улыбается светло, он смотрит на Хасока с пониманием, а потом делает шаг в его сторону и протягивает руку. Чунгук Называет он себя по имени. Хасок пожимает его ладонь и смущается, вспоминая все те ситуации, в которых до этой минуты им приходилось взаимодействовать. «Вы сегодня с нами?» — по-доброму подкалывает Чонгук. Хасок мотает отрицательно головой и засовывает руки в карманы. «Как он вообще — хрипло спрашивает, поднимая на Чунгука несмелый взгляд. Тот пожимает плечами. — Как обычно. Правда, бабушку вчера в больницу забрали. У нее что-то там с давлением, что ли? Так Юнги теперь сам на хозяйстве. У Хасока сжимается в груди плотный комок. — Она поправится? — еле слышно уточняет, вспоминая мягкие, теплые черты лица женщины с чаем и печеньками. Чингук опускает глаза и стряхивает несуществующую пыль со штанины. Всегда следует надеяться на лучшее. Возвращается к машине и принимается вновь протирать кристально чистое лобовое стекло. Старенькая она уже. Дверь клуба распахивается, и на улице появляется шуга. В окружении возбужденных, до пота громкой музыкой и спиртным парней, он идет к машине быстрыми шагами, опустив голову. На ходу кивая на их подбадривание, проходит мимо Хасока. Не заметив его, ныряет в автомобиль. И Чунгук, кивнув напоследок, садится за руль. Хасок остается в толпе фанатов. А рассеянно слушает их приглушенное восхищение и не понимает, почему его привычная сумасшедшая самоуверенность только что дала сбой. Опять. «Эй, Хион!» Запыхавшись, подбегает и хватает его за плечо Т. «Пойдем внутрь! Я там Чимина встретил!» «Чимина!» — таращит он многозначительно глаза. Но Хасок выворачивается из его хватки и молча топает по направлению к дому. На факультете какая-то истерия. Все говорят о диджее Шуге, и Хасок это даже напрягает. Студенточки перешептываются, демонстрируют друг друга скрины софиш. Сегодня вечером в центре на площади Шуга озвучивает лазерное шоу. В честь Дня города. Масштаба, да. «Ты пойдешь?» Возникает из ниоткуда Джин. Это не вопрос, что он и дает понять Хасоку. Кивает для убедительности. Хосок пожимает плечами. У него круги под глазами такие, что можно помещать зоопарк в одну клетку с пандами. У него бессонные ночи, недоедание, обезвоживание, и ему не нужно идти куда-то, чтобы увидеть юнги. Он у него и так красными сполохами выжжен под веками круглосуточно. Но он все-таки тащится вечером в центр города, прислушиваясь к веселой трепотне Тэхёна, с которым рядом вышагивает тот самый Чемин. Тэхён в Чимине по уши. Он его, не стесняясь ошарашенных прохожих глаз, держит за руку, тарахтит в режиме нон-стопа, засыпая шутками и байками. И иной раз даже воздуха вдохнуть не успевает в потоке речи, стараясь произвести впечатление. Чимин смеется, что-то отвечает тем самым телефонным тонким голоском. И у Хасока каждый раз при его словах накатывает горечный язык, вспоминая, что именно говорилось им, из динамика диктофона. Они стоят в толпе, смотрят на сцену, на которой суетятся техники, настраивая аппаратуру, а потом выдыхают вместе с толпой, когда появляется диджей Шуга. Весь черным, черном, та же бейсболка скрывает лицо, та же черная маска мешает разглядеть фарфоровую кожу. Шуга увлечен. Он играет свои сеты, а сам сияет в лазерных лучах. И это зрелище пропитывает всего Хосока вместе с рубашкой и джинсами. Оседает на кончиках волос. А внизу живота разливается приятная тяжесть при воспоминании о том единственном украденном поцелуе. Перед последним сетом ведущий подскакивает к Шуге и задает пару вопросов. Просит принять участие в розыгрыше лотереи. То сдержанно кивает и засовывает тонкую руку в черные перчатки с обрезанными пальцами в стеклянный барабан. Ведущий выкрикивает номер лотереи. Джин с Тэхёном проверяют свои билетики, и Тэхён на выдохе верещит, что выиграл. Но захлебывается в этом крике, когда Хасок бесцеремонно выхватывает мятный листок и направляется в сторону сцены. Тэхён басит что-то нецензурное, порывается следом, но Джин останавливает его за плечо. Хасок на дрожащих ногах поднимается на сцену под гулкие крики ведущего о том, что сам диджей Шуга вручает сегодня приз победителю. Хасок останавливается рядом, глядывается под черный козырек не дышит. Встречается взглядом с Юнги и не дышит еще раз. Шуга хмыкает, сует ему в руку какую-то коробку. И ведущий трясет Хасокову руку, демонстрируя победителя честному народу. А Хасок в прострации. Ему кажется, что в глазах Юнги он заметил странную влажность. И то ли это прожектора сыграли с ним злую шутку, отсвечивая бликами, то ли... Да он матерится в голос, не стесняясь Чимина, когда Хасок вручает ему приз. И пока диджей Шугу на сцене сменяет какой-то очередной исполнитель, тянет всю компанию в сторону уличных кафешек. Потому что выигрыш надо, если не тут же пропить, то хотя бы как следует отметить. Но Юнги сегодня тяжело было выступать, кивает в сторону сцены Чимин, разворачивая след за Хасоком. У него бабушка умерла. Прямо перед выступлением сообщили. Мама учила Хасока никогда не бежать против течения толпы. Это опасно и бессмысленно. Но сейчас Хасок старается об этом не думать, попутно забывая еще пару маминых наставлений потому что денег на такси у него нет. А догнать удаляющийся от парковки черный тонированный автомобиль просто жизненно необходимо. Поэтому он купоривает кредитку и просит водителя не потерять машину у Юнги из виду. Госпитали пустынно. Хасок путается в его коридорах, расспрашивает персонал, но ну как найти в этом космическом пространстве одну единственную палату? В одном из переходов он натыкается на Чунгука. Тот молча кивает, а потом ведет его по длинным лестничным переходам в отдельное крыло здания. Туда, где церемониальный зал. Все самое печальное в жизни Хасока было связано с белыми цветами. Смерть отца с белыми лилиями. Разбитая первая любовь с белыми розами. И вот снова вокруг какое-то царство белых цветов, над которых кружится голова. В огромном зале одинокой маленькой фигуркой Юнги кажется совсем незаметной. Он сидит, сутулившись, на коленях на красном коврике перед массивным гробом. Сидит, опустив голову, сложив перед собой руки и смотрит абсолютно сухими глазами пересечение линий на плитках пола. Хасок на секунду замирает, а потом быстро скидывает туфли и входит. Медленно подходит, кладет на столику грубо скромный маленький букет, купленный тут же у входа, а затем просто садится рядом. Шуга вздрагивает, поворачивает голову, вглядывается сухими глазами в Хасокова лицо, а потом снова утыкается взглядом в пол. Так они и сидят весь остаток ночи, плечом к плечу, не касаясь друг друга, молча. А когда рассвет начинает пробиваться через входной дверной проем, Шуга вздрагивает и рыдает, обхватив себя руками за плечи. К назначенному часу похорон в совершенно пустом зале появляются люди, персонал, служащие. Шуга никого больше не ждет, а потому, когда снаружи в холле раздаются сдержанные шушуканье, он вопросительно поднимает глаза на Хасока, словно ища ответ. Чингук приносит два стаканчика кофе и просит освободить место для желающих попрощаться. — Каких желающих? — таращит на него глаза Юнги. — Ты же знаешь, что никого. Он не успевает договорить как через дверной проем тонкой струйкой начинают тянуться люди. Сначала входит Чимин, крепко сжимая руку Тэхёна. Следом Джина, Нам Джун. Парни одеты в строгие черные костюмы, серьезные и спокойные. У белой стены появляются два первых больших похоронных венка. Нам Джон с Джином молча надевают повязки ведущих церемонии и становятся по обе стороны от гроба. Юнги, не понимающий, хлопает ресницами и натягивает пониже кепку. Тимин осторожно гладит его по плечу, протягивает щетку и стягивает с головы бейсболку, высвобождая черную копну слежавшихся волос. «Приведи себя в порядок, Хён», — говорит он тихо. Юнги причесывается на автомате, а Хасок тянет его в соседнюю комнату переодеться. Строгий черный костюм сменяет рваные на коленках джинсы и толстовку. Юнги кажется в нем еще меньше, еще тоньше, еще более хрупким. Хасок глотает клокочущие в горле слезы и возвращается с Юнги в зал. Зал постепенно заполняется — Небольшими группками входят юноши и девушки, мужчины и женщины. Шуга мечется взглядом по входящим и узнает в них своих бывших сокурсников, соседскую молодежь, посетителей клуба, в котором он проводил лучшие ночи своей жизни, за диджейскими вертушками. Он ошарашен. Ему кажется дурно от волнения, и он так и не выпускает Хасокову ладонь, а только сжимает все сильнее с каждой входящей группой. Когда приходит время сказать прощальную речь, Юнги открывает рот, но слова не идут. Замирают где-то в горле с шершавыми колючками, и он нервно сглатывает. И беспомощно смотрит прямо в глаза Хасоку. Тот кивает и делает шаг вперед. Хасок вообще не мастер говорить красивые речи. Его красноречие дальше дебильных шуточек никогда не распространялось. Но эти минуты, они какие-то тягучие. И все эти люди смотрят на него и ждут, справится ли он, не боится ли. И главное, на него смотрят юнги и тоже ждет. Хальмани, начинает Хасок, собираясь духом, и голос немилосердно хрипит на выдохе. Вы прожили длинную, тяжелую жизнь. Тяжелую. Вы провели ее в заботе и беспокойстве о других, о своем внуке, Юнги сверлит его взглядом в упор таким одновременно вызывающим Шугиным и беспомощным Юнгиным взглядом. И, кажется, еще больше бледнеет. И вдруг Хасок почти физически ощущает это внезапное пересечение двух миров. И откуда-то находится у него сила продолжать. Хальмани, ваше большое любящее сердце, это лучший подарок, который могла подарить вселенная этому миру покойтесь с миром пусть душа ваша будет спокойной присматривайте за нами с небес не беспокойтесь о юнги. мы позаботимся о нем вместо вас хасока больше не хватает он опускает голову так резко что в глазах темнеет но вдруг начинает рыдать за хлеб как-то тоскливо ему стыдно и он отходит от гроба но такая спиной, на грудь стоящего позади юнги и чувствует, как его плечи сжимают тонкие холодные пальцы. Дом за шторенными окнами встречает осень приятным теплом и уютом. Хасок скидывает прихожие прихожей кроссовки и шлепает босыми ногами в поисках тапочек прямо на кухню. Холли виновата нет, заискивающий бросает взгляд на пакет с продуктами что ты хочешь мне сказать?» Смеется в ответ на взгляд черных глаз бусин Хасок. «Что ты опять растащила по всему дому моей тапочки? Но все равно не против, чтобы я тебя чем-нибудь угостил?» Он насыпает в миску корм и раскладывает продукты по полкам холодильника. Количество шагов по темному коридору от кухни до двери – И в самом конце он знает наизусть, поэтому свет включать без надобности но все-таки сносит по пути многострадальную плетеную херовину. Тихонько приоткрывая дверь и мягко спрашивает. Впустишь в комнату немного солнышка. В комнате сумрачно, прохладно и пахнет сном. Ну, входи, раз пришел. Раздается со стороны расправленной кровати хриплый голос. Да очень сексуально грубишь. Я говорил, ныряет под одеяло хосок, оплетая сразу всеми частями тела маленькую фигурку в мягкой пижаме. Юнги обнимает его в ответ и прячет лицо в сгибе хосоковой руки. — Ну вот чего ты ко мне привязался, а? — бурчит он недовольно, но в его капризном голосе ясно слышатся нотки смущенной улыбки. — Ну почему я-то, господи? Но ну, на свете ведь так много людей, которые не спят в данный момент. И даже, возможно, кого-то из них тоже зовут Юнги. Но почему именно я? Ну, у меня несколько причин, тянет Хасок. Во-первых, ты красивый. Во-вторых, ты богатый. А у меня, сам понимаешь, с этим все сложно. Таких людей называют альфонсами. Хлопает его по бедру юнги. Хасок смеется, а потом сгребает юнги в охапку и возится. Покажи мне свое личико, красотуля. Ну хуя тебе, мое личико. Я не умывался еще. Глухо протестует юнги в одеяло. Ну или хотя бы губы. Да, пожалуй, губ будет достаточно. Хасок пальцами тянет юнги за подбородок, пытаясь освободить его лицо от одеяльного, одеяльного убежища. не жубы не чистил, жав челюсть, мотает головой тот. Похуй вообще. Фыркает Хасок и накрывает своими губами этот упрямый рот. Янги пихается локтями, но через секунду расслабляется и отвечает на поцелуй с жаром и нетерпением. А через минуту уже стягивает с Хасока футболку с такой поспешностью, что ткань потрескивает на швах. «Твоя собака на нас смотрит», — хихикает Хасок, отбиваясь голой пяткой от заигрываний прибежавшей Холли. «Не то ты мне ее подарил. Тебе с ней разбираться». Жарко дышит ему в живот Янги. — Кстати, Хион, — начинает Хасок, медленно спускаясь поцелуями по Шогиному животу. — Можно мне пожить у тебя пару дней? А то меня из квартиры выселяют. Неожиданно сообщили. И Йонги тяжело дышит, сжимает пальцами волосы Хасока на макушке, пока тот тянет зубами вниз резинку пижамных штанов. Блять, выдыхает он. Живи уже. Хули платить-то за квартиру, если все равно ты все время тут торчишь? Косок улыбается. И позже, когда расслабленные, спотевшие юнги уходят все-таки в душ и чистит зубы, набирает номер и вежливо говорит в трубку. Здравствуйте, госпожа Ким. К сожалению, мне придется отказаться от квартиры со следующего месяца. Да, извините, что так неожиданно. Ну, вот такие обстоятельства. Конечно, конечно, обязательно. Спасибо, спасибо. И мне было приятно. Кладет трубку и улыбается, бормоча почти шепотом. Что-то насчет придурка, который сам в жизни не решится никогда. «Тащи свою бледную задницу на кухню!» — кричит он, стуча в дверь в ванной. «Нам еще ужин готовить! Ребята обещали зайти вечером!» «Почему из всех собак на свете ты выбрал именно это рыжее коварное существо?» Ласково треплет Юнги Холли за ушки, пока хосок мастери там лет. Она не рыжая, она солнечная. Немного солнышко тебе не помешает, улыбается хосок. У меня уже есть одно солнышко. Задумчиво смотрит на него Юнги. Солнца много не бывает, веселится тот в ответ, на серьезный взгляд. А ты не боишься? Улыбка Юнги немного меркнет. Что под солнечными лучами я превращусь в чудовище. Не боишься? Хасок кладет омлет на тарелку, ставит ее на стол перед ним и наклоняется внимательно, смотрит прямо в его темные жгучие глаза и говорит твердо, хрипло и строго. Не боюсь. Йонги гладит взглядом его рыжую солнечную макушку и чувствует: Не боится. I'm not your friend, or anything, damn. You think that you're the man, I think that's all I am. I'm not your friend, or anything, damn. You think that you're the man, I think that's all I am. I'm sorry, I don't think I got your name. I'm sorry. I don't think I got you, nay. I'm not your friends or anything, damn. You think that you're the man. I think that for. I...